Самый эффективный и самый надежный способ набрать первые там тысячу, две, три подписчиков – это делать хороший контент и пока не заморачиваться этими самыми подписчиками. Потому что многие начинают совершать критические ошибки, они начинают набирать подписчиков через разные сервисы, накруткой, ботами, тудотами. Это, поверьте, не работает. Почему? Вы можете что угодно делать, но если у вас на канале пока нет хорошего и качественного контента, у вас нет хороших роликов, у вас нет плана выхода этих самых роликов, то зачем? Зачем подписчикам ваш канал? Зачем вам привлекать людей, которые, придя на канал, они не будут уже вовлечены в ваш канал и будут, если и будут смотреть, то редко. Вот смотрите, на примере школы, чтобы было понятно. Мы сейчас особо не заморачиваемся набором подписчиков, они идут планомерно. Вы делитесь друг с другом с нашим контентом, мы делаем стримы, мы рассказываем о себе, мы показываем себя и мы даем, собираем интересный, полезный контент каждый день. У нас на канале выходят ролики полезные от практиков каждый день. Я со своими коллегами даю стримы, стараемся буквально каждый день, даже иногда в выходные, чтобы вам было удобно, потому что кто-то работает там, да, в этом формате. И поэтому я точно знаю и точно понимаю, что сейчас я формирую канал бесплатной школы видеоблогеров, и нам уже чуть больше года, и у нас уже вполне есть там 6 тысяч подписчиков. Но вы должны понимать, что важно не количественная часть ваших подписчиков, а качественная часть ваших подписчиков. Например, если у кого-то на канале там 100 тысяч подписчиков и у него 500 просмотров видео, и у вас на канале 5 тысяч подписчиков и 500 просмотров видео, то ваш канал в моих глазах лучше, чем у того, у кого 100 тысяч подписчиков. Почему? У вас вовлеченность аудитории выше. Работайте над контентом, будет все хорошо. То есть вот это не надо использовать, потому что не надо злить там YouTube, да? Делайте. Потом у нас есть лучший способ, это можно еще зайти в Google рекламу, да, сделать рекламу на какой-то ролик, сделать небольшой качественный, сначала оформить канал, сделать оформление роликов, чтобы люди пришли к вам в гости уже как в полную горницу, где вы могли встретить, сделать такое хорошее превью, сделать хороший промо-ролик там, да, где за минуту, даже меньше, вы расскажете о том, что это за канал и что ждет тут зрителей, почему необходимо нам подписаться на ваш канал. Об этом всем мы рассказываем в школе, поэтому приходите, смотрите, там есть масса этому ответов.